Сегодня 13 мая 2018 года, и в Омске с утра выпал снег. Если мы заглянем в 13 мая 2016 года, то увидим, что было плюс 17 и было солнечно. Если мы подумаем о 13 мая 2020 года, то какая будет погода, мы, наверное, узнаем тогда, когда окажемся в том времени. А пока вспомните, когда вы утром встаете и выглядываете в окно, видите ту или иную погоду, вы начинаете выносить ту или иную оценку. Хорошо, плохо, плохая, хорошая, нейтральная погода, умеренная, ничего себе, отличная, великолепная. И вынося оценку, мы сразу же создаем себе этой оценкой внутреннее состояние. И таким образом мы попадаем в зависимость от внешних объектов, ситуаций, ну, в данном случае погоды. Чтобы не зависеть от погоды, а создавать свое состояние, свое настроение, свою жизнь самому, чтобы творить свое пространство самому, нужно уйти в состояние безоценочности. И вот эта безоценочность – это одно из важных качеств, глубинных, изначальных, базовых, которые следует находить в себе и развивать. Потому что как только вы уходите в безоценочность, вы начинаете просто быть наблюдателем. Вы начинаете видеть мир как изменяющиеся картинки, ситуации, состояния, переживания, ощущения и больше ничего. Это есть факт. А наша оценка создает нашу эмоцию. Поэтому наблюдаем жизнь, выпал снег. Это факт. Но наше настроение зависит от нас. Хотите грустное настроение? Ну, давайте будем грустить, да, снег выпал. Хотите радостное настроение? Снег выпал, да, это факт. Радуемся этому. В общем, я желаю вам хорошо провести сегодняшний день и помнить о том, что все, что происходит вовне, возможно и не зависит от нас. Хотя это тоже вопрос, о котором нужно подумать. Но наше внутреннее состояние, оно всегда зависит от нас. Наблюдайте мир, наблюдайте ощущения, состояние внутри себя. И до встречи в пути. Удачи вам!